Всем привет! Вы на канале Ростексмас. Сегодня мы поговорим о такой бирже, как DYDX. Это децентрализованная платформа, которая позволяет покупать, продавать, короче, торговать токенами на основе эфириума. То есть вы здесь не можете купить биткоин или другие криптовалюты, которые созданы не в основе эфириума. Помимо обычной торговли, поддерживать бессрочные свапы, маржинальную торговлю с плечом до 25x, кредитование, заимствование. Платформа не касседальная, а это значит, что все действия осуществляются без посредников, и пользователю не нужно кому-либо доверять хранение своих средств. DYDX работает на основе StarkX, который создан компанией Starkware. StarkX технология, Layer 2 технология, которая помогает эфириуму более быстро обрабатывать транзакции. Инвестором StarkWare является, например, Виталий Путерин, сам создатель эфириума и другие организации. Это достаточно быстрая технология, которая реально помогает различным DApps, DeFi и различным приложениям, работающим на основе эфириума, более быстро обрабатывать информации, транзакции и так далее. Но DYDX не хватает сегодняшний потенциал, технологический потенциал эфириума, поэтому они хотят уже на экосистему Космос, который более быстро работает, еще быстрее обрабатывает транзакции. Это однозначно плюс для экосистемы Космос, к которому придет огромное количество ликвидности от DYDX и так далее. Самого DYDX тоже инвестирует довольно известные личности, а также довольно популярные организации. У DYDX есть своя токен. Этот токен достаточно популярный, и на сегодняшний день его цена составляет 72 рубля. Если достаточно внимательно изучим график цены, курса этого токена, мы увидим, что она когда-то стояла практически 2000 рублей. То есть в прошлом году стояла, его цена была практически 2000 рублей. Но сейчас его цена всего лишь составляет 72 рубля. Но это не значит, что DYDX это плохая платформа. Почему? Потому что многие новые токены, которые появились взрывом, они вначале растет в цене необоснованно из-за популярности проекта. Когда время пройдет, оно упадет до своего заслуженного курса. И DYDX то же самое произошло. DYDX есть у множества популярных бирж, то есть она залистилась у множества популярных бирж, например, в GateIO. И я вам тоже советую использовать именно GateIO, потому что интерфейс GateIO очень удобен, то есть для торговли она очень удобная, и здесь для пользователей из России не возникнут никакие проблемы с выводом или пополнением. А также, переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торгкомиссии. Если будем опираться на данных, который нам предоставляет CoinMarketCap, GateIO входит в топ-7 самых лучших бирж в криптовалютном мире и имеет достаточно хороший объем торгов. Например, сегодня его объем торгов составляет практически 40 миллиардов рублей. А также, если вы хотите торговать на своем телефоне, у GateIO есть свое собственное приложение, которое вы можете установить через App Store или Play Market. Давайте вернемся на DYDX. DYDX это токен проекта, который помогает обычным людям, пользователям управлять платформой. Если разработчики хотят что-то новое внедрить, тогда объявить голосование. В голосовании вы можете с помощью своего DYDX повлиять на результат голосования и тем самым управлять платформой. И кроме управления платформой DYDX, им можно торговать, например, в GateIO. И его цена достаточно популярная, и она достаточно спекулятивная, чтобы заработать в DYDX. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростексмас. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует и не только. А также на его канале вы увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.